Всем добрый день. Вот. Сегодня у нас такой несложный объект. Мы работаем с мармарином мини. Вот наш мармаринчик. Хороший материал. Лежит в работе. Вот. Стены мы уже давным-давно прогрунтовали. Здесь мы использовали грунтовку глубокопроникновения торговой марки Freedal. И Stretch Boots грунтовку. То есть это грунтовка с кварцевым песком. Вот. Это все у нас высохло, и у нас вот такая будет одна акцентная стеночка, которую мы делаем. И делаем мы марсельчик, обыкновенный марсельчик с помощью мармарина мини, который мы еще пригладим, чуть уплотним, чтобы он был приглаженный. В дальнейшем мы его еще прогрунтуем и сверху нанесем базу вельвета. То есть само нанесение здесь как бы классический марсель. То есть мы наносим материальчик и делаем наши прям завитки на самом материале. То есть сложного как бы ничего нету. Вот, просто прорисовываем наши завитки. И вот так дальше идем. Вот. А в работе, не знаю, наверное, материал очень легок, потому что он пластичный, он мягкий. Вот. И нанесение, то есть вот у нас получается наша фактура витков, то есть марсель. Вот. Ну, в дальнейшем, я думаю, мы еще снимем, как мы будем это все грунтовать, вот, как мы будем уплотнять это все. И конечный результат, когда уже будет с вельветом, может, само еще его не вельвета нанесение, тоже все запишем. Ну, пока прекращаем. Сейчас мы вам показываем, что у нас на стене получается. То есть это мы вчера накидали фактурку, ее вчера же приглаживали немножко. Вот. И в данный момент мы уже загрунтовали стены грунтовкой глубокого проникновения торговой марки Freedal. И теперь осталось только финишное покрытие. Для финишного покрытия мы будем использовать Velvet Decor. Это декоративная краска торговой марки Freedal. Вот. То есть в базе без добавления оттенка. То есть наносить мы будем это все очень просто. То есть наносим это все валиком и немножко приглаживаем гладилкой. То есть в работе как бы это все очень легко. Потому что материал податлив сам по себе, работа с ним легко. Вот угла я отхожу маленьким валиком, дальше будет работать уже большим валиком. Теперь, когда все остались на месте, мы просто это все дополнительно приглаживаем, поднимаем на место. Вот. Что ж, я думаю, дальше я покажу уже конфинишный результат, но суть работы заключается в том, что мы просто будем накатывать и приглаживать. А вот и наш финишный результат. То есть это стеночка, которая вскрыта перламутровой краской, вельветом. Вот. Вот такая у нас получилась финишная работа. Вот. Вскрывали мы вельветом, еще раз повторюсь. Вот наша баночка. Вот, и вот, соответственно, результат на стене. Ну вот, всем спасибо. Пробуйте, у вас все получится.